Іра Кашаєва, координаторка весіль, ведуча церемоній. Вже 5 років допомагає закоханим парам влаштувати їх важливий день якнайкраще. Складним для дівчини є відновлення сил після заходів, адже до кожного треба знайти особистий підхід. Так, доброго ранку. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, у нас така сьогодні, я б сказала, важлива тема, особливо для дівчат, тому що це найхвилююча подія в нашому житті – весілля. Так? Отже, розкажіть, кожного року міняються тенденції, міняються якісь саме весільні традиції. Що зараз модно, як влаштовувати весілля і саме де, в якому місці також? Смотрите, мы только что пересмотрели с вами видео с платьюшкиного дома. В принципе, я очень с Олечкой согласна, мы с ней знакомы. Сейчас в тренде легкость, минимализм, минимум тяжелых конструкций, максимум зелени. Это стиль рустик, эко. Это деревянные элементы в свадьбе. Максимально упрощенные платья. Сейчас в моде комфорт, скажем так. Да. Насколько мы пытаемся вбить в сознание молодых, особенно невест, что вы в этот день должны получить максимум удовольствия, максимум комфорта, так, чтобы в конце дня вы не ощущали себя, как будто ты отработал целый день на заводе, а ты действительно отдохнул. Поэтому и создаются такие тенденции в свадебной сфере для удобства молодых. Для зручності молодят, але що робити, коли у нас велика група підтримки бабусь, матусь, які хочуть все максимально зробити, от як до цього підходити? Яким, можливо, також пояснити, що все має бути зручно? Нужно искать подход, на самом деле. Нужно пытаться задействовать родных так, чтобы они не скучали, найти каждому свое дело, даже если подготовкой свадьбы занимаются специалисты, профессионалы. Ну, мы все люди, я знаю определенные черты характера у людей, когда у них в их характере заложены такие лидерские способности организаторские, и они хотят участвовать в этом всем. Мы ни в коем случае это не пресекаем, мы это поддерживаем и очень лояльно принимаем их к себе в работу и пытаемся, конечно же, не самые важные ключевые моменты доверять, но какие-то определенные моменты, детальки мы им доверяем, для них это считается как честью, они очень рады этому, вот, и с удовольствием как бы проходит вся свадьба. Главное задействовать каждого участника, чтобы никто не скучал. Ну і традиційно, я думаю, вважаю, що в Україні весілля – це особливо якісь конкурси. Як ви до них ставитеся? Як зараз молодята також ставляться до таких, які вони люблять, які вони пропонують, і від яких відмовляються взагалі? Смотрите, ми вообще пропагандируем сейчас свободу и непринужденность в свадебный день. Не обязательные конкурсы, это не должно быть никаких заставляний, никаких вытаскиваний за руку, как мы привыкли, наверное, да, вот зачастую. Ты ночь гость, ты... Да, я вижу, что вы скучаете, поэтому выходите. Нет, я ничего не хочу знать, вы выходите и участвуете. Нет, мы отошли от этого, к счастью. Возможно, остались еще люди, которые, в принципе, практикуют такой вид свадеб, такой вид интерактивов. Возможно, даже некоторым людям это и нравится, но так как это не нравится нам, мы и не пытаемся навязывать это людям. У нас происходит все в произвольной форме, легкое общение с людьми, абсолютно добровольное участие во всех конкурсах. Конкурсы абсолютно ненавязчивые, которые не заставляют людей смущаться, чувствовать какое-то стеснение, неловкости, минимально сужающие свою личную зону комфорта. И людям это нравится. Они в конце дня говорят: ребята, все было так легко и непринужденно, прошло вот так вот. Когда мы говорим, когда вот так вот проходит, это значит, что все хорошо прошло, свадьба пошла на одной волне. Вот, собственно, вот так. Так, зрозуміло. Тому від конкурсів трошки відмовляємось. Як щодо традицій, як підтримують зараз молодят? Тому що українських традицій у нас багато, знаємо, що як. Але все ж зараз чомусь всі також повертаються до європейських весіль. От саме так. От чого зараз більше планують і хочуть молодят? Ви абсолютно вірно говорите. Ми стремимося в Європу, Європа стремиться к нам. Все більше пар хочуть зробити свадьбу в європейському стилі. Это выездная церемония без регистрации там в ЗАГСе официальной. Но
Бывают такие моменты, когда идет смешение европейского и украинского, опять-таки при вмешательстве, допустим, родителей, да, mm-hmm. когда родители хотят все-таки внедрить изюминку вот этой традиционности, и тогда получается, что мы делаем все равно выездную церемонию, у нас все красиво, все стильно, и, допустим, в начале банкета проводятся определенные небольшие традиционные моменты, это как благословение родителей с караваем, с иконами, с рушником, с хлебом, солью, так сказать. На самом деле, это вот минимальный тот пакет украинских традиций, которые мы проводим, потому что далее идут, ну, в принципе, международные стандарты, да, бросание букета, бросание подвязки и так далее. Так, найцікавіше, що буває на весіллі. Это еще не самое интересное. Ага, не найцікавіше. Ну, я думаю, найцікавіше буває у кожного особисто. Конечно, каждая свадьба индивидуальна абсолютно, и здесь совершенно не нужно сравнивать. Переглядала форуми просто, і люди по-різному ставляться до того, за скільки, за який час треба готуватися. Деякі за 2 тижні можна спокійно все підготувати, деякі за рік вже готуються. От як ви порадите, за який час от варто готувати тут цю кожну? Я вважаю, що оптимальне час – це год-полтора года. У нас були случаи, коли ми робили свадьбу за 2 неділі і за неділю. Хочу сказати, що свадьба вийшла не хуже, ніж її робили за год, але дабы все получилось так, как вы хотите, дабы вы получили всех подрядчиков, которые вы хотите, потому что бронь подрядчика производится задолго до дня свадьбы, дабы это все прошло размеренно, опять-таки получить удовольствие от самого процесса, а не ждать вот этого дня, а вот этот период, когда вы готовитесь вот на таком напряжении. Это же тоже каждым моментом жизни нужно наслаждаться, так же, как и подготовка к свадьбе. Поэтому год, полгода. Рік, півроку і десь викреслювати собі ті дні, рахувати до весілля. Так, ну і бачили також, що весільні сукні зараз дівчата, та й хлопці, я думаю, вибирають. А яка, можливо, найнеординарніша тематика була весілля у вас за практику зараз? Тому що наша молодь зараз дуже креативна. Да, вы правы, креатива много. Мы очень всегда радуемся, когда нам приходят заказы вот с таким вот, с какой-то изюминкой, когда клиенты готовы экспериментировать. Мы тоже любим экспериментировать, но зачастую наши люди немножечко боятся вот этого, каких-то слишком экстравагантных экспериментов. Из последнего это была свадьба в стиле Великого Гэтсби. Это выражалось в декоре, в тематике, непосредственно в самой программе, то есть в артистах, выступающих, в музыке, в нарядах. Все гости были вот в этом стиле, если вы все, я думаю, всех, да, да, все смотрели фильм, все понимают, что это такое. Много всего блестящего, много украшений, много алкоголя, много красивых машин, много декора, все очень блестит, виражається. В общем, було шикарно, на самом деле. Було очень красиво, да, і весело. Ну, от зараз бачимо, що у нас на вулиці вже трошки похолодало. Можливо, від вас поради, от як відсвяткувати весілля зараз восени, і щоб не змерзнути, щоб гарно було. Де яке найкраще місце, можливо, для того, щоб святкувати? Ну, как бы остаются по-прежнему наши банкетные залы, замечательные, которые там просторные, светлые. В принципе, как бы и в летний период люди тоже празднуют в основном в банкетных залах, там, несмотря на количество, особенно если количество превышает 50 человек, у нас тяжело найти открытую площадку для такого мероприятия. Если брать весь свадебный день в целом, это у нас включается и фотосъемка, все так же, по-прежнему, пока еще у нас не пошел снег, слякоть, это могут быть локации на природе, главное немножечко теплее одеться. Уверена, сейчас дизайнеры продумали уже множество аксессуаров, которые могут утеплить невест и женихов, да, мы с таким уже сталкивались, выглядит очень тоже интересно и красиво. Банкеты, само мероприятие, также в банкетных залах нашего города без проблем. То варианты можно найти так, чтобы и не смерзнуть, и классно відсвяткувати. Але щоб не смерзнути, краще добре танцювати. Запам'ятайте цю пораду. На свадьбах никогда не бывает холодно. Ось так. Ну давайте від вас така остання можлива порада для того, щоб цей день був як найкраще пройшов для молодя тут. Я пожелаю всем людям, которые собираются организовать свой день, даже не организовать, а спланировать, все-таки положиться на людей-специалистов, профессионалов, потому что, как показывает многолетняя практика,
ваша инициатива лично, это замечательно. Вы можете участвовать, вы можете выбирать цвет, стилистику, тематику, но есть очень важные детали, которые подвластны только вот людям-специалистам, которые сделают так, что пройдет настолько гладко, что вы, вот вам нужно будет только проснуться и начать наслаждаться. Все, все остальное сделают за вас. Дуже круто, дякую вам. Спасибо, так стисло вам розказали про все. Але думаю, для молодят, які зараз планують весілля, це найкраща підтримка і, можливо, якийсь поштовх для того, щоб розпланувати свій день. Я нагадую, Віра Кашаєва, координаторка весіль, була сьогодні у нас в гостях.